Дом «Красавец», здание на Самарской 179, было построено в начале 20 века и входит в комплекс построек усадьбы архитектора Зеленко. Сегодня в нем расположен Союз журналистов Самарской области. За свою долгую историю здание повидало и пожар, и капитальный ремонт в 2004 году. И вот этим летом с городского бюджета были выделены средства на обновление фасада. Сам дом изначально выглядел, скажем так, в два раза меньше. В дальнейшем он уже перестраивался, делался дополнительный пристрой. Но это все было, скажем так, уже в прошлом веке. Сейчас мы просто дом привели в соответствующее состояние, чтобы он смотрелся. Но, на мой взгляд, это та изюминка, которая находится в этом районе. На то, чтобы привести в порядок фасад, потратили 340 тысяч рублей. На эти деньги был покрашен цоколь и оконные проемы, отремонтировано крыльцо и кованые конструкции, восстановлены ливневые стоки. Сложности были с тем, что навесная крыша, достаточно проблематично было устанавливать леса для фасадных работ. Ну а в основном все это наша практика, мы уже давно работаем на рынке, и поэтому для нас больших сложностей не было произвести данный ремонт. Благоустроили и территорию, прилегающую к дому журналиста. Вместо старого асфальта уложили тротуарную плитку, заменили бортовой камень и засеяли новый газон. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.